иду намывать мотыли. Вот здесь, где дома, олень лежит. К нам прибился недавно и живет. Дикий олень, вроде как самка. Вон его следы. Лишь бы не спугнули, пусть живет. Иду, намою мотыли, потом на рыбалку. Вот тут все обошел. Все свежие следы. Он тут лежал. Все истоптал. А вон он стоит. Не, не видно. В общем, пугать не будем. Пусть живет. Идти по снегу, то еще удовольствие. Ладно, хоть тут в прошлый раз тропу небольшую сделал. Сейчас хожу хоть. Вот тут следы пребывания оленя. Тут, видать, живет он. Вот он сидит. Такой небольшой еще, маленький. Мы подкармливаем его. Кто сено дает, кто соль, кто воду. Так и живет. Может быть, даже и останется так жить с нами в деревне. Ой. Он уже у нас так живет. Около недели где-то так. Я с рыбалки приехал было. Папа говорит, он по пруду бегает. Мол, я подошел поближе, посмотрел. Расстояние было около 50 метров между мной. Ну, между всей толпой деревенской и оленем. Никто никого не испугался. Как стоял, так и стоял. Почти уже дошел. Лиса бегал. Ай, кошка. И лиса. Все. Мои старые следы. Вот это озерцо. Небольшое. Фух. Сегодня минус 20, вчера было минус 30. Вот и решил выбраться. Вот промойна. Сейчас буду выдалбливать лунку. А все, морозы были, лунка не поддается. Блин, застыл, бур. Так. В прошлый раз я сделал около 14 лунок, теперь нужно так же.
Вот, промерзло хорошо. Еще нарыто. Тупые. Надо мне заказать. Толстый, да. Когда пробурю все лунки, тогда включить. Все, наконец-то продолбил. Сейчас надо убрать этот лед. Готово. Все. Звезда программы. Вот она. Сейчас буду навывать. Сначала убрать этот мусор. Все замерзло, придется отбивать. Так, все отбил. Она вся застыла, все эти микродырки покрылись льдом. Сейчас буду черпать. Чем больше ила возьму, тем больше мотыля в нем будет. Вот так вот. Теперь надо вымывать это все. Руки мерзнут почти сразу. Все заледенело, руки мерзнут, режутся об лёд, без варежек никуда. Просто думаю, надо повторить еще раз. Вроде мы тут есть. Не зря мы. Все, надо перебирать. Нет, еще. Там есть грязь. А вот сейчас можно, в самый раз. Так, это берем пока. Так, мотыльница. Нужно теперь. Вот, один мотыль уже есть.
Сейчас надо перебрать все это. Переберу, включусь. Конечно, перебрал, сидел, перебирал около 10 минут. Руки замерзли. Но оно стоило того. Скоро будет видео с рыбалкой. Всем пока, подписывайтесь на мой канал. До вас тоже.